Это станция технического обслуживания компании «Автоэнтерпрайз». Мы комплексно занимаемся обслуживанием именно электромобилей. Станция обслуживает и другие бензиновые, дизельные двигатели. Здравствуйте. Лейтенант полиции Скрипцов. Весь во внимание. Машинка впереди, просто без номерного знака, смотрим. В порядке все? Нет. Что чего? Ну не в порядке, все раз остановили. Вы поулыбаться остановились? Счастливого пути. Стоп, стоять. Несчастливого пути. Удостоверение ваше, причина остановки, суть скованного правопорушения, постановление и поехали. Где же он ваш? Почему не на форме? Здесь у меня куда-то поспеть. Ну это разве мои проблемы? Дмитро Станиславович, почему жетон не на форме? Нет, не предусмотрено сюда нигде прикреплять жетон. Нет такого вообще в законе о полиции, не предусмотрено прикреплять жетон. Что говорит вам приказы ваши внутренние? Что говорит закон о полиции? Ну, знаете, выдали ту же форму, какую здесь нету уставного прицепить. Как меня, как гражданина, это должно касаться, если мне говорит закон о том, что передо мной полицейский должен быть жетон. Я если он без жетона. Ну, если вы со мной согласны, кто из вас нарушает, я или вы? Виноват, исполнился. Подождите, виноват. Вы остановили меня для того, чтобы я сделал вам замечание по поводу нарушения. Я правильно понимаю? Вот вы, ну, для этого меня остановили, чтобы я вам сделал замечание и объяснил вам, как надо стоять на посту. Я правильно понимаю? Или я ошибаюсь? Дим, вот зря вы улыбаетесь. Я не понять. Где? Я улыбаюсь? Нет, ну я просто я не понимаю. Мне кажется, что вы... Я не улыбаюсь. Мне кажется, мне абсолютно не весело. Ну, мне тоже абсолютно не весело. Если я что-то нарушил, я хотел бы, чтобы вы оформили это. Я готов вам показать все свои документы, составить постановление и все. Но при этом мы тоже напишем на вас заявление по поводу того, что вы не соответствуете форменной одежде полиции. Пусть вас тоже накажут. Это будет честно? Согласны? Сделаем? Не зачем. В смысле зачем? Давайте я выйду с машины, мы оформимся с вами. Вы оформите меня там за какие нарушения, что я там сделал, а я оформлю вас. Идет? Это будет честно. Согласны? У меня к вам предложение есть рационального характера, чтобы не говорили о том, что вас кто-то... Я вас провоцировал, чтобы не говорили... Нет. Чтобы не говорили, что я вас провоцирую, нет, что вы меня... Вот вы меня, например, сейчас провоцируете. Провоцируете меня. Вы провоцируете меня на то, чтобы я написал на вас заявление. Вы провокатор? Нет. И я не провокатор. Давайте тогда все сделаем по закону. Вы на меня, я на вас. Идет? Ну не хотелось бы. Почему не хотелось бы? Вы же сотрудник полиции, вы же именно для этого здесь стоите. Чтобы предупреждать нарушения. Если есть какие-то нарушения... Да, я вас предупредил. О чем? Ну, нету номерного знака спереди. Так, ну, нельзя ездить без номерного знака, надо это оформить. Правильно? Ну, не вопрос, давайте. Давайте. И несите сразу листик и ручку, я по поводу форменной одежды вашей тоже составлю заявление. Вы вот меня примете, а я от вас свое постановление. И все, разойдемся, хорошо? Ну, и зачем это делать, я не могу понять. Зачем нарушать? Я не знаю, Дима, зачем вы нарушаете. Да что я нарушаю? Ну мы с вами ведем диалог уже 5 минут, значка до сих пор нету. Я вам его показал. Дело в том, что мне надо показывать. Сюда, смотрите, ну куда вот так по-человечески, куда его сейчас... У нас закон о полиции, там не предусмотрено, по-человечески можно не вешать. Он говорит четко. Нет, так четко, если вспомнено... Давайте так, Дмитрий, если вы сейчас устраните свое нарушение, сейчас, то на этом мы отделаемся с вами предупреждением. Давайте. Так, будет достаточно, если сюда. Застегивайте. Дмитрий, значит, давайте так. Я вам делаю устное предупреждение. Впредь не нарушайте. И помните, закон о полиции написан кровью. Всего доброго. Спасибо.